Зайка моя, это я. Узнала? Ну, молодца, молодца. Ты как? Молодца. А я что, что я? От меня жена ушла. Прямо перед Новым годом. Ага. А я вот только после дежурства. Да, сейчас шампанское возьму, практически переоделся. И к тебе. Под бочок. Тут серенький волчок. Не надо только угроз. Серенький волчок даст пятачок. Я сам кому-то надо дам. Я понял. Перезвоню. Давай. Да что такое, а? Алло, перепелочка моя, это я твой перепел. Слушай, один раз перепел, ты мне будешь теперь весь год это вспоминать. Ну и празднуй сама трезвая, все, давай. Что за бабы пошли, не с кем вообще Новый год встретить, ты видал? Алло, Бельчонок, ты? Петрович? Да отдам я тебе деньги, и не поэтому звоню, я нечаянно тебя набрал. Не звони мне больше, слышишь? Чего ты меня достаю? Сказал тебе, перезвоню. Блокируем. Ну что, придется Новый год встречать одному. Цинь-цинь! А нет, вернулась рыбка моя, заходи открыто! Нифига себе рыбка, судя по цвету, семга с бородой. Я Дедушка Мороз. Вижу, что не бабушка. Ну. Здесь проживает мальчик Сережа. Ответ убедительный. Здесь проживает мальчик Сережа. Ну и где же, простите, этот самый мальчик Сережа? Перед вами, дедушка, мальчик Сережа. Excuse me, это квартира 96? Нет, excuse me, это квартира 69. Пардон, я ошибся. С Новым годом, товарищ. Хорошо отпраздновать. Всего доброго. Куда, куда, куда? Стоять, стоять. Стою. Настоящий Дедушка Мороз не должен сразу уходить. А стишок, сначала стишок прочитаю, потом встретим праздник, иначе я тебя оштрафую. Арю ты меня, милок, оштрафуешь? Не налью. Рассказывай. Готов к стиху? Всегда готов к стиху, я же Дедушка Мороз. От меня жена ушла к Витьке или к Сашке, стала жизнь моя скучна. Хлопнем по рюмашке. А я смотрю, у вас работа как у нас, экстремальная. Наша служба опасна и трудна. Я понял. Помаленько. Что значит помаленько? Что, стаканов нет? Что-то? А что на столе стоят, стопочки? Я думал, бутафорские. Бутафорские. Сейчас помаленько. Ну? Ну. За год собаки? Ну, сначала тост. Ну. Ага. У меня сметчик рассказал анекдот, да. Значит, собака, значит, приходит на почту давать телеграмму, работница почты смотрит и говорит, у вас 103 рубля, она говорит, а у меня столько 100, а что делать, ну, не знаю, ну, уберите три гау-гава из телеграммы. Собака, сейчас посмотрим, сейчас смотрите, гау-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 гау. Сейчас попробуем убрать в середине. Гау-г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 ау. Фигня получается. Выпьем за то, чтобы в год собаки было поменьше всякой фигни. Завернул. Запить-то есть? Запить есть. Водка. Наливай. Да, легко. Ну, знаешь, не хотел тебе говорить, но это никто не знает. Никто? Раз ты зашел. Я первый. Первый. От меня жена ушла. Да ладно? Да. Вот незадача. Ты сам кем работаешь? А ты догадайся. Охотник на змей. Очень холодно. Очень. А так, даю подсказку. Проводник?
Слушай, я тебе больше не налью. Даю еще одну подсказку. Смотрим сюда. Смотрим. А, все. Невропатолог. Нет, опять это? А говорят, мы самые тупые. Слушай, даю тебе последнюю подсказку. Я уже не знаю. Последняя подсказка. Стоп. Сторож на складе. Нет. Ладно, как скажешь. Давай выпьем. Давай. Ну что, ответный тост? Давай. Анекдот, переходящий в тост. Давай. Тодишь? Собака выходит на улицу, видит... Какая огромный... порода? Милицейская. Выходит на улицу, видит огромный баобаб и говорит: вау, неописуемо. Браво. За то, чтобы в новом году соразмерять свои физические возможности. Давай, да. Вот знаешь, настроение должно быть. Я смотрю. Я всегда так делаю. Профессионал. Я не пробовал пока. Я не хотел тебе говорить, об этом не все знают. Дело в том, что у меня прямо перед Новым годом жена ушла. Да ладно? Да. И знаешь, я теперь вот и пью с горя, понимаешь? Ты зря пьешь. Я, например, вообще не пью. Молодец. Вообще. И правильно. И правильно. Тем более на работе. Правильно. Я как-то напоздравлялся, поздравлял детей, помню, шел. Ну, смотрю, денег куча валяется, куча огромная. Ну, кто-то растерял, может, мафия. Я сгреб, по карманам судорожно распихал, быстро. Потом проснулся, в трусы одеяло заправлено. Кстати, у меня была похожая ситуация. Вот... Пить не надо, да? Тоже в трусы одеялась? Нет, нет. Я, значит, после праздника, значит, вышел на дежурство. Смотрю, все прут через двойную сплошную. Все просто. Я всех торможу подряд. Правильно, что, нарушение? Мне говорят: придурок, это рельсы, уйди с переезда. Давай выпьем за то, чтобы меньше пить. Прекрасный тост. Ну, чтобы меньше пить, надо больше налить. Конечно, побольше. Будем меньше пить. Я не хотел тебе говорить. Если секрет, не надо. Нет, мы уже с тобой вообще близкие люди. Я не собираюсь от тебя скрывать. Пойми, ты мне не чужой человек, понимаешь? Я чувствую. Ну, от меня жена ушла. Что-то не понял, сколько у тебя жен? Одна. А что она бегает туда-сюда у тебя? Она не бегает, она отбегалась уже, она ушла. Все, ушла. К любовнику. Откуда ты знаешь? Догадался. Слушай, я этого любовника, я его встретил один раз. Рассказать, что я с ним сделал? Я его взял и сфотографировал. Только рукоприклад. Лучше не рассказывай. Я сфотографировал. Люблю. Вот фото. Ты сейчас ужаснешься, какая неприятная рожа. Типичный любовник. Со всех сторон, куда ни глянь. Отвратительно. 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 Что это такое? Что? Фото со спины. Потому что... Всегда был убегающим. Ну и чего? Чего? Смотрю на тебя, ты по комплекции на него похож. Я при чем тут? Ну-ка, контрольно, разверни спиной. Я просто ничего личного. Ладно. Просто разверни спину. Мальчику Сережу надо. Подожди, просто развернись. Так это ты? Так это ты! Кто? Любовник моей Гали. Галя твоя жена? Нифига себе! Хорошая женщина, роскошная, мне очень понравилась. Ах ты! Про тебя хорошо рассказывать. Не надо, только не надо. Ты ж спаситель мой! Спасибо тебе! Я думал, я от нее никогда не вздыхаюсь! Спасибо, что ты ее забрал. Я не готов. Давай так. Ты не готов. Я уже готов.
Давай так, ни тебе, ни мне. Сейчас идем поздравляем мальчика Сережу, а потом вместе едем к Снегурочке. Нет, ни тебе, ни мне. Сначала поздравляем мальчика Сережу, так. А Снегурочек вызовем сюда. Хорошо. Только сначала давай поздравим пацана, он же ждет Новый год. Нет, кстати, поздравим. Для него, кстати, и риска есть. Он же познакомил нас с тобой в новом году. Естественно. А говорил закуси нет. И для Сережи сэкономил. Давай, пойдем. Поздравим пацана. Пойдем. Пойдем.